Ну что, друзья, устроим музыкальную вечеринку. Ведь в фикс-прайсе есть еще что-то за 99 рублей, а не за 199. И это набор с девочкой-барабанщицей. Нет, без девочки, просто барабаны. Барабаны за 99 рублей. Еее! Мы всегда этого хотели. Не знаю, не факт, но это есть. И мы сейчас на это сделаем обзор. Посмотрим, что же это там внутри. Стоит ли это покупать, стоит ли тратить деньги, хорошо или плохо. Если что, выскажем мнение. Учимся развивать критическое мышление и всякое такое. Итак, значит, игрушка, барабанная установка. Создавай неповторимые мелодии. Вообрази себя музыкантом. Выглядит примерно вот так. И вот такая будет у тебя толпа фанатов. Вот, игрушка. Все это напоминает дизайн Guitar Hero. Барабанная установка Guitar Hero. Знаете, там, ну, была такая игра. Вот, это как-то вот так вот это все напоминает дизайн. Давайте посмотрим, что сзади. Сзади описание в комплектации. Игрушка поможет проявить и развить у ребенка музыкальные способности, а также зародить в нем любовь к музыке и искусству. Прям орет коробку, смотрите, такая... Музыкальные способности, а также зародить в нем любовь к музыке и творчеству, искусству, почему прочитал, не знаю. И, значит, здесь вот подставка барабана, две штуки, металлическая тарелка, барабанные палочки, две штуки. Вот такая вот штуковина. Если кто-то видел, может быть, рекламу Икеи, где родители прячут от ребенка барабан, и потому что... Это очень больно для ушей, потому что дети не умеют еще играть. Это как если у вас сосед за стенкой, который учится играть на трубе, скрипке или на любом другом музыкальном инструменте, это ад. Давайте посмотрим, насколько это все здоровое, классное, качественное. 99 рублей вообще. Почему бы и нет? Ну, все равно поиграть в музыкальную группу. Может быть, действительно это круто. Вот, внутри коробка, конечно, сделана отвратительно, но это не главное. За 99 рублей мы получаем вон оно что. Вон оно что. Я, правда, еще с другими всякими музыкальными инструментами не сравнивал, не видел, не оценивал, но вот мы сейчас посмотрим на это все дело. Итак, что идет в комплекте? Значит, это у нас подножки, которые это все нужно собрать. Конечно, пластик здесь, понятно, низкокачественный такой, но подножка, по-моему, самая... плохое, что здесь есть, все остальное вроде так вот пока выглядит не так уж и дурно. Так, и к тому же собирается здоровую барабанную установку, то есть реально можно изображать какую-то там музыкальную группу, если недолго только. Вот устанавливаем вот так до щелчка, чтобы это ровненько стояло. Значит, следом ставим палочку, здесь есть инструкция, следом ставим такую палочку, она здесь красная, кстати, интересно, видимо, разных цветов, но мне вот в таком цвете, в красном, чем желтые, розовые какие-то всякие штуки, которые вот здесь нарисованы на коробке, в красном нравится больше, как-то лаконично, красный барабан отлично выглядит. Затем устанавливаем вот такую вот штуковину, это какой-то крепеж, видимо, для барабанов, чтобы их можно было еще крутить и вертеть. Вот, уже сама по себе, смотрите, штука. Ну, интересно, разнообразные штуки в фикс-прайсе, я бы так сказал, разнообразные. Вот так, так, даже не уместится, наверное, в кадр. Это барабанная установка здоровая, прям огромная получится. Но я думал, она меньше, серьезно, посмотрите. Он уже, эта штука, это уже больше, чем коробка. Ну, хорошо. Так, подставку мы собрали. Дальше следует... Так, а на что же нам нужно установить... А, вот он. Вот такой вот крепеж для тарелки металлической. Вот так она сюда устанавливается. Давайте посмотрим, металлическую тарелку, похоже на дешевую крышку от кастрюли. Но лучше ребенок будет использовать специальную игрушку, чем крышку от кастрюли. Здесь еще вставлены железные такие колечки, видимо, для того, чтобы звучало лучше. Более звонкая была штуковина. Вот так вот цепляем сюда тарелку и устанавливаем вот сюда. Втыкаем просто вот так. Я так понял, да? Воткнули. Теперь давайте посмотрим на барабаны. Два барабана. Первый. И второй, скорее всего, будет такой же. Значит, барабан сделан из пластика. Здесь еще есть какие-то пружины, которые создают, я думаю, что, скорее всего, они тоже для звучания, дребезжания, чтобы все это дребезжало, звучало классно, прямо вам по ушам. Вот, и мембрана несъемная, я так понимаю, то есть, ну, вот если вдруг порвалась, там нажали, наступили, то как бы, ну, это стоило 99 рублей, вот. Значит, мембрана,
пластиковый корпус здесь, картонная, вот это не пластик, это картонка по бокам со звездами, пружины, которые, ну серьезно, подождите, какую функцию они несут? Никакую, все-таки может крепежную? Не понимаю. Наверное, никакую. Значит, крепление есть и с одной, и с другой стороны, и можно повесить и так, и так, и так. Ну, естественно, этой частью вниз. Вот, кстати, видите, крепление для картонки. Вот этой частью вниз, этой вверх. Второй барабан. Да точно такой же, да? Ну, яркий. Слушайте, хорошо, так прикольно, интересно, весело сделано. Посмотрим теперь на барабанные палочки. О, барабанные палочки выглядят немного странно. Немного странно с такими наконечниками непонятными. Две барабанные палочки. Ну, может быть, чтобы, как это, так, звучало лучше. Вроде мне казалось, что барабанные палочки немного не так, но хотя принцип, наверное, такой. Итак, давайте вначале просто без подставки попробуем постучать по одному из барабанщиков. Я вообще не умею барабанить, если что, это исключительно просто. Вот барабанит. Громко. Ну, нормально. Иногда вы будете попадать этими штуками, ну, то есть ребенок будет попадать по углу этого барабана. Видимо, будет пластик оббиваться. О, слушайте, а можно создавать вот такой звук? Может быть, это вот для чего? Может быть, для этого. Сюда никакой? Ну, мне кажется, только если... Как-нибудь так. Ну, какой дополнительный звук. Чего бы и нет. Ну, и теперь установим. Барабаны устанавливаются. Барабаны устанавливаются. Устанавливаются барабаны. Вот каким-то таким вот образом. Просто вешаются вот так. Серьезно? Подождите-ка. Да, они просто... Это какие-то... А, я понял. Это, видимо, для того, чтобы их можно... Все-таки это какой-то другой, наверное, игрушки. Смотрите, крепление. Потому что то, что здесь крепление... Они просто вот подвешиваются. Вот так вот. Вот так раз. И нижнее крепление никак не задействовано, нижняя часть. Причем вот здесь вот нарисовано, видите, оно свободно. И здесь вот нарисована эта девочка радостная, стучащая в барабаны, вызывающая, по-моему, немножечко сатану. Чуть-чуть такое. Ну, игрушечного, игрушечного. Вот, и не в обиду девочки, просто такой взгляд у нее, такой, типа, сейчас я настучу на вас. Ну, в общем, просто так. Видимо, там были какие-то другие крепления, или, может, на ремень, или куда-то еще. Но здесь вот так. Вот так. Но в целом, вот что у нас получается за 99 рублей. Вот такая установища. Огромная, просто гигантская штука. Ну, просто даже выглядит прикольно, как игрушка. Даже если не барабанить. Просто для того, чтобы создать такую, как бы, иллюзию оркестра, музыкальной какой-то установки. Просто поиграть детям на свежем воздухе, на улице, летом, не дома, главное, может быть, просто, чтобы поиграли и забыли, надеюсь. Ну, вот. Это выглядит так. Ну и теперь попробуем. Я даже не знаю, что-то постучать. Просто постучать. Немножечко попробуем постучать. Давайте. Устойчиво это вообще все дело? Да, устойчиво. Можно переносить даже. Ставить туда, сюда. Какая интересная штуковина. Барабаны можно... Их еще можно, видимо, наклонять, что ли. Я не знаю. Ой, ой, разваливаются. Чуть сильнее и разваливаются. Сказал, что прочно. Итак, значит, стучать будем как? Поехали, стучим. Громче. Они, кстати, что просто на столе лежали, ну это понятно, лежали, понятно. И... Вот это да! Смерть соседям. Просто, вы представляете, как бы, это ваша детская, надо детскую переносить в комнату. Вот зато смотрите, как можно. Они так держатся, так удобно играть, кстати. Видели глаза кошки, которая сейчас сидит? Но я не буду показывать. Ладно. Она не согласится быть в кадре с таким видом, просто потому что я вот сейчас вот играю просто как профи. Поехали.
Старый барабанщик, старый барабанщик. Я могу только финальный, знаете, когда они там... Вот так вот делают. Это тоже весело, слушай. По крайней мере, это весело. Это весело. Это игра прям, ну, какая-то. Насчет музыкальности, не знаю. Они громкие, они звучные. Есть какие-то... Не уверен, что это так можно использовать. Они вот так вот висят нормально и выглядят клево. И сделаны за 100 рублей, это вполне себе ничего. Так что за сотку хорошая штуковина. Барабаны. Не уверен, что я буду давать их своему ребенку, потому что у меня, как это, и так нервы на пределе из-за этого Ютуба. Вот вы, который видео мои не оповещает. Еще будет барабанить. Нет уж, нет уж, нет уж. Пусть вот там, я не знаю... На гитаре хотел сказать, но тоже не очень. Да нет, наверное, буду давать, конечно. Потому что это весело. Слушай, его лишу веселья такого. Нет. Ну и, в общем, вы можете себя не лишать за 99 рублей. Просто почувствую себя барабанщиком за 99 рублей. Вот. Короче, всем советую. Прикольная штуковина за 99 рублей. Первый раз за долгое время прям не разочаровали, а порадовали. Фикс прайс вообще красавчики. Что-то вот у них в последнее время за 200 рублей. Вот фигня. За 100 рублей. Вот нормальные штуки какие. Смотрите, барабанная установка. Огонь. Просто огонь. Класс. Класс. Мне нравится. Слушай. Мне нравится, я прям сейчас буду сам играть еще. Опа, опа, и погнали, все. Подписывайся на канал. О, это для шуток, я, короче, понял. Это, знаете, бадам. Точно, точно. Я, короче, оставлю эту штуковину, и буду в какой-то момент такой... И каждый может. Слушай, это реально, это идеальная штуковина для бадам. То есть вы такое что-нибудь такое. Можете сами себе шутить. Вот просто сидеть дома один, шутить какие-нибудь шутки, не смешные даже. И... Классно! Круто! Ну все, подписывайтесь на канал. С вами был товарищ Сафронов. И... Который настучал вам тут. Пока, все.